Я просто хотел после этой игры им сразу скинуть с первой игры видео. Что это такое? Не знаю. Не знаю. Ну ладно, давай закрепляемся. Дети не рады. Ну смешно, они же школота. Да, им 16-16 проигрывать. Боже мой! Я промазал. Он мне в голову дал, боже. Лакер, лакер самый. Бомба. 45 хп, Паш. Бомбу нельзя. Боже, Сань, как можно стрелять раунд, когда у пацана нет диффуза и один раунд, один на один раунд с ножом, скажи мне. 45 хп. Сань, это нереально слить был этот раунд. Просто невозможно. Я просто... Я бы сделал рестарт. Я тебе проиграл. Сань, давай. Блин, мне что-то моя подсадка не нравится, Сань. Уже. Я там никого не убиваю. Давай здесь, да. Давай здесь. Я думал, на тебя. А, ну давай так поиграем. Мидл. Что ты творишь, Паш? А, у меня же пинг стал 20. Помнишь, раньше мы играли 50, вот недавно еще. У меня пинг просто вернулся. Второй мидл, Ред. Короче, все, нарашили. Сань, давай я пока видео на заливку поставлю. Ты пока. Давай. Ты пока затащи раунд. Изи раунд. Чего? Поиграй немного. У него хп 10. А где он? Канал. А, подожди. Но я видел, он залив поставил, все. Можно поиграть. Ну он в каналке, что ты делаешь? Да я понял, я жду. Я жду. Это моя коронная позиция. Твоя коронная позиция, еще 40 секунд ждать. Сань, ну мы за КТ. Они будут сидеть. Давай в следующем раунде зарашим. Я просто уже не знаю, какая ситуация в этом раунде. Я же... 20 хп у чувака. В песках, но было слышно. Ты уверен? В песках, да? Вот я лучше свою чуть-чуть послушаю. Он бомбу поставил так, что... И шагов я не слышу. А чё он твой дроп не взял? Не знаю. Ты вот парень говна. Ну помоги ты мне, а! Я в мидл смотрел. Ясно, не ясно. Меня 3 на 2, все. Да, я мидл смотрел. У меня тоже такая скота была еще. Я ничего не говорил. Ты? В прошлой я игре. То же самое было. Ну, точнее, я там просто фраги не делал. Саня, успокойся. Что? Какой смоук?
Какой? Я его каждый раунд кидал. А мне... Ты не видишь, что я туда бегу? Ну ты кидаешься. Ну, есть мозг у человека, нет? Ну ты не видишь, что я туда бегу, а? Ты раньше тоже бегал в смог, ты только там не умирал. Ну, давай не буду кидать, все, не буду. Не кидай смог, пизду его. Закидали мидом. Боже. Закидал парень мидом. Три на четыре, что? А куда он ушел? Не знаю. На мостике был. И стоял. Это что сейчас было? Я не понял, что... просто как так можно сдохнуть? И на баре стреляют в стенку. Идиоты. На нет. Они такие изи вообще. На базе стоят. Боже, конченые. Ты не пойдешь на мид или мне можно кинуть? Ой, я слепой. Я не буду. Ну, ладно. Тебе можно. Яма. Яма. Я обхожу его. Ну, да я доприкольнуться решил. Ну ладно, он без головы. Без головы. Да, 9 хп. Без головы он. Он вроде к каналке подходил, но я не знаю. Каналки? Он без головы, Сань. Ровно в голову дал. Я хотел с ваншота убить, а... Вот если я сейчас мидл, тайминг... Мидл проходит. Прошел. Топай. Зря. Вот зря в последний раз потопал. А, ну... Ну он даун. Он тебя не слышал даже. Ё-моё. Я не прикалился, решил, я знал, где он стоит. Я хотел выйти, короче, дать ему два патрона. Ну, я вышел, с первой пули не попал, а он меня ждал. Что? Ты слышишь этот звук? Нет.
Это... О боже, этот чудесный звук. Блин, я за CSGO флешки криво кидаю. Чё? Где второй? Яма. Я не буду лезть там. Это пушка же. Блин, я опять сейчас промазал его. Демки пишите, мы видео выкладываем всех уже. Они сказали, что мы смешные. Окей, да. Смешные. Блин, в люльке рэп. В люльку. Второй с ганом. Там не затрем, пожалуйста. Первый еще очень сильно каленый. Угу. Паш, я выиграю раунд на 5 хп, 9 хп и 7 хп. Это нормально вообще? Да. И то, что я не покупаю пушку, а хожу с B3-2. Это норма. Малышева сказала. Ну, раз Малышева сказала. Да. Опять на базе. Они друг друга на базе стреляют. Серьезно? Боже. Школьники обоссаны. Нет. Почему они такие изи? Не знаю. Ой. Они на авик сливали просто. Интересный слив, кстати. Блин, он... А ты где вообще? Я на втором стою тут. Заря ты под прицелом не лезешь. Ну, ушел я. Не лезь, второй мидл смотрит прям, мидл будет с авиком. С авиком. А ты с чем идешь? Я с своей любимой пушкой. Он за бомбой то спрыгнет все равно. Все равно за бомбой спустится, какая разница. Ну, Сань, это подло было. Он не ожидал, да? Да. Хотя, блин, даже я бы это ожидал. Смок кинул он. Или хотя бы, ну, обошел. Может, у него есть смок? Мозг. Ну да, что взаимосвязано. Школьники друг друга обозлили. Стали убивать. Паш, ты понимаешь, что я хожу с батареи 2? Да. Ты понимаешь это? Да. Я понимаю, что они дауны. Тут, в доме. В доме они. Второй мидл будет, да. Ясно. В доме, в доме.
100 хп. Паш, мы две игры сделаем 16-0. Да, давай. Ковры? Ковры. Ну да, тут не обсуждается. Давай. Я рашу просто. Шестнадцать ноль, говоришь? Да. Мне локошот повесили. Мне тоже, мне тоже. Да ладно, мы их все равно выиграли. Ну конечно. В люльке. Ковры, я ниже. Ковры, второй мидл бежит. Давай в спину его. Аут. Сзади. Бам, отлетел. Сань, давай, верю. Убей. Блин, я вообще второго не ждал. Они просто вдвоем рядом пошли. Все, мне похер, я рашу. Они вот за эту фразу они ответят. Пошли ковры. За эту фразу. Ковры за... тогда пошли вдвоем. Ну серьезно, сейчас мне в ебальник получится эту фразу. Слушай, они зарашили именно когда я начал перезаряжать. Лакеры. 0 на 3 они меня пускают, понимаешь? Блять, ну вы. Все, я БТ-2 взял. Я взял БТ-2. Я тоже. О, Паш, надо заканчивать, но ну, это вообще, ну не дело. Ну, я не понимаю. Ну я дал один минус. Смоук на меня, смоук на меня. Когда на втором раунде я дал минус. Но я второго вообще не ожидал так близко. Я ожидал. Ой. Блин, они так выходят. Что? Сейчас! Вот сейчас, как я ему не повесил? Ты как? Да, я его накалил, я не знаю, как это вообще. Как я в него не. Я как в него не попал? Уже 4 раунда. Боже. 4, ты понимаешь? Только не говоришь, что мы сейчас игру сольем. Не сольем мы игру. Второй. Да не рашьте. Все. Пидор. Мы вин, боже.